И вместе с Сашей очень хорошо. Вот они наши. Так, проверяем, насколько опытные наши, насколько можно рассчитывать на этих спортсменов. Скажу потом, почему. Саша, Майя, давайте. Опа! Отлично, вот тебе и акробатика, вот тебе и хрупкий Саша. Пау! Почти аргентинское танго. Какой у нас Саша симпатичный, а Майя какая симпатичная. Как они смотрятся блестяще, да. Вот в этой программе интересной Ганы Максимовой. Давайте, ребята. Ну тут ноги, да, друзья? Ну тут ноги. Так, давайте, старайтесь. Начало просто превосходное у российской сборной. Гана Максимова великолепный постановщик, хореограф, она молодец. Хорошо чувствует музыку. Кстати, она продолжает традиции своей мамы. У нас Мария Максимова была тренером сборной команды, составляла прекрасные композиции, отмеченные всем миром. А теперь Гана Максимова в микс-дуэте. Ох, как здорово, молодцы. Майя, молодец. Влилась в коллектив, здорово. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Элемент пошел, элемент. Молодцы. Стоять. Высота, вращение близко друг к другу. Молодцы. Какая страсть, боже мой. Молодцы. Стоять, 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 стоять. Стоять, 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 стоять. Концов после небольшого рассинхрончика, но как команда собралась, вы посмотрите, здорово, блестяще. Ну что, ну были моменты, конечно, которые заставили нас повздыхать. Я вам теперь объясню, да. Нам пришлось перед стартом, вот буквально сейчас, менять кое-какие моменты, подстраиваться под новые правила. Так получилось, и они молодцы, справились. И я хочу сказать, что я видел вот эти нервные такие обсуждения Покровской и Максимовой, но все в итоге сложилось молодцы, очень хорошо. Ребята. Молодцы. Вот. Молодцы на будущее. Конечно, немножко дрогнули, и это видно было по некоторым моментам, но ничего. Три момента заменили новые. Прямо перед старом. О, какая красота. А, Майя, конечно. Да. А Саша, конечно. Нет, ну что, Саша? Саша, ах, да. А Гана, конечно. Ого. Молодец. Молодец. Чего? Ну вот, посмотрите, моменты. Ну, вот тут немножечко. Ну, немножко. Ну, а как же? Ну, бывает. Ну, а здесь прекрасно. Так, ну, мы сейчас должны ждать итальянский дуэт. Итальянский дуэт, который будет завершать наши соревнования, уважаемые друзья. И вот ребята появляются на бортике. Итак, Майя Гурбанбердиева, восходящая звездочка синхронного плавания. И двукратный мировой чемпион, уже настоящая звезда. Хорошие Александр ребята, Мальцев. Хорошие. И посмотрите оценки. Здесь сразу же пропасть, преимущество относительно сборной команды Испании. Гурбанбердиева, Мальцев. Ну что, молодцы, ребята, молодцы. Саша большой труженик и потрясающий парень совершенно. И, конечно, вот